Тапир. Это вам не свинья, а не парнокопытное животное из надсемейства тапирообразных. Обитают тапиры в Южной Америке и Юго-Восточной Азии. И всего их на сегодняшний день существует всего 5 видов. Тапиры сравнительно древние животные и ближе всего к ним другие непарнокопытные, такие как лошадь или носорог. В переводе с одного из южноамериканских языков тапир означает толстый. Это связано с его толстой и прочной кожей. Хоботок тапиру нужен не только для лучшего восприятия запахов. С его помощью зверь может провести под водой несколько минут, что помогает ему скрыться от врагов. А детеныши тапиров совсем не похожи на родителей. На их шерсти имеются белые пятна и полосочки, которые со временем исчезают. С вами канал «Планета Земля».